Всем привет! И сегодня вот в такой обстановке, сидя на полу, хочу предложить вам небольшой обзор моих полезных покупок, удачного вложения денег для увлеченного человека. Лот номер один – это полка для обуви из фикс-прайса. Ее цена 249 рублей, то есть за 498 рублей вы получаете две штуки в одни руки. Четыре яруса. Обратите внимание, у меня есть полка за 500 рублей, пятиярусная, из магазина Leroy Merlin. На днях у меня было в работе более 2000 трубочек, и мощность данного оборудования плюс всех черепков мне не хватило, поэтому было принято решение докупить полок. Значит, 249 рублей, трубочки 43 сантиметра, они прекрасно сюда помещаются, и здесь 4 яруса. Ну, что говорить уже про трубочки, которые будут длиной 30 сантиметров. Вот, выглядит она там вот таким образом. Называется полка для обуви, 4 яруса в разных цветах. На сайте фикс-прайса заходите, все для дома, все для обуви, товары для дома, все для обуви, листаете чуть ниже, и будет вам счастье. Штука хорошая, рекомендую, уберите, не пожалеете. Когда вам надоест, разбираете, разбирается очень легко. Разбираете в долгий ящик. Все, не мешается, не ходите, не спотыкаетесь. Вот так все это будет дело выглядеть примерно. Вот, потом, кто живет в городе Барнауле, обратите внимание, магазин «Знак», который на Строителей, там есть абсолютно все лакокрасочные материалы, которые используют плетельщицы из России. Все абсолютно. Кроме ВГТ. ВГТ там нету. Там есть текурила, даже грунтовка, концентрат 1 к 3. Дюфа, все там есть. Значит, я туда ходил за Евротексом. Евротекс «Аквалазурь» меня интересовала. Бесцветная. Она там в большом ассортименте. По цене 441 рубль 75 копеек, но по карте магазина была бы 390, поэтому буду оформлять карту магазина. Евротекс «Аквалазурь» – это для будущего эксперимента, надеюсь, мы его скоро увидим. Но сразу забегая вперед, говорю, берите, продукт хороший. В общем, сегодня все хорошие продукты, берите, рекомендую, думаю, вы не пожалеете. Спасибо за внимание, всем пока!